на канале НТВ совсем недавно завершился второй сезон детективного сериала «Лихач». Третий сезон запланирован на весну 2023 года. В сюжете новых серий мы увидим, что Сергея Сотникова повышают до должности сочинского начальника по уголовному розыску. Это происходит не без помощи Оксаны и Ивана, которые самоотверженно помогают Лихачу в расследовании. На новой должности главной целью Сергея становится расследование одной очень страшной криминальной тайны. Лихачу придется столкнуться с серийным маньяком, которого так просто не поймать, а его жертвы – это исключительно молоденькие девушки. В расследовании Сергею будет помогать Арсений Полтавский, шахматный гроссмейстер, успешный бизнесмен и просто друг детства, рассекающий на яхте побережье Черного моря. Также Лихача ждут знакомства с новыми людьми. Один из них – это капитан Роман Ягодин, которого Карапетян приводит в отдел. Он наглый и самоуверенный племянник местного прокурора. Роман богатый ездит на дорогом авто, который достался ему в наследство от отца-бизнесмена. Вначале Лихач недоволен им и даже испытывает неприязнь, но к его удивлению Роман проявит себя как прекрасный оперативник и просто толковый парень. Главные роли в сериале исполнят Никита Панфилов, Иван Васильев и Мария Сандлер. Премьера новых серий третьего сезона детективного сериала «Лихач» состоится в осеннем сезоне 2023 года. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.